название Монте можно перевести как гора, Серат – распиленная, выпиленная гора. Ее еще называют горой ста вершинчины. А не вот такая гора Монтсерат. Как вы уже догадались, мы приехали на Монтсеррат. Здесь очень красиво. Правда, Лера? Здесь же очень красиво. Очень красиво. Впечатляет вообще нереально. Жить пару дней. Пусть Место, где
где одеваются монах, прежде чем, аббат, прежде чем выйти на службу. Para celebrar la misa. Para misa a las 11 se hace siempre cada día. La cosa más importante, pues para consagrar, pues a ver. Одежда приготовится здесь, вино на службу. Символ Ватикана, он же под... Мне не захотелось. Да. Мы можем пойти продегустировать сыр и вино. Это лучше. Как у тебя ощущения? Как ощущения после? Прекрасно. Торопиться, подумать, посидеть, посмотреть. Мы всегда торопимся. Мы всегда пытаемся что-то успеть, впитать в себя частичку, не успеваем. Жизнь летит мимолетно, все впечатления смазаны, кажется, ты остановишься и подумаешь, а подумать нет. Вот музей. Да, мне предлагают сначала просто продекорировать. Правда, смотри, в музей пойти. Это как у нас там этаж. Сколько подвода немножко. В Третьяковке видела?
что она была бы блондинкой, она была бы похожа. Ну, давай.